its way. With your pride, son, take it like a man. Hang on, son of mine, the storm is blowing up your horizon. Changes come. Раз, два, три, четыре, пять. Добрый вечер. Спасибо огромное. Так, ну, так скажем, как всегда, вопросик стандартный, запись делает кто-то, потому что сегодня, в принципе, будет достаточно такой, так скажем, смешанный вебинар, то есть я буду проводить его совместно с Романом, то есть специально, значит, посмотрели по чатам, по форумам, то есть очень много вопросов согласно новых тарифов, и, соответственно, будет все это дело разжевываться, то есть уже видели, вот Роман там настраивал, уже презентации, так скажем, появлялись. Вот. Берите эхо. Ну, у меня, честно говоря, ни одна колонка не включена, поэтому откуда эхо может взяться, вот вопрос сложный. Спасибо огромное, Алексей. Значит, это что-то вот в настройках, вероятнее всего. Вот. Итак, ладно, как бы основное выяснили, то есть запись будет вестись. Пожалуйста, когда закинете запись на YouTube, то есть на форуме видели, специальная веточка есть уже посвященная как бы вот вебинарам, да, и есть как бы вот конкретно по этому вебинару, то есть в принципе в нее можно будет добавить непосредственно ссылку. То есть давайте приучаться к тому, что вот как бы вебинар прошел, по нему информация прошла на форуме, и там же появляется ссылочка, чтобы потом никто не искал, а то, как всегда, по форуму начинается: киньте, а кто знает, а кто не знает, кто-то опоздал, у кого-то часовые пояса. Вот. Поэтому как бы давайте вот такому. Все, спасибо огромное. Я думаю, что мы придем к этому порядку. Вот. Так, ну, прежде всего, раз уж затронулась, так скажем, тема форума, видели, наверное, многие, сегодня, ну, по московскому времени, так скажем, уже под утро, пытался запустить диспетчер и умудрился немножко накосячить. Вот. Он у меня смешал два потока заявок, то есть заявки новые, вот, и заявки, так скажем, старые, да, приоритетные.
Вот, но все это базу вернула назад, то есть, в принципе, предвариловку я все это сделал. Вот, но почему я сейчас затронул эту тему? То есть, ну, прежде всего, если кто-то умудрился проплатить в этот момент, а насколько я понимаю, как минимум 100 рублей ушло по этому сбою. Вот, я в консультанте успел пообщаться, то есть, в принципе, это не так страшно, то есть, это вернем. Вот. Точнее сказать, вклад просто подтвержден будет. Вот. А к чему начал, да? Приоритет упал на 40%. То есть, вот как только диспетчер отработал там миллион, там 200, миллион 300, сколько у нас было, да, то есть приоритеты стали на уровне 40%. То есть, в принципе, о чем это говорит? Сейчас очень много вопросов, в принципе, были здесь, вот сейчас уже проскакивали на форуме, что касается зажать, так скажем, верхнюю планку. Теперь давайте так, если мы зажмем верхнюю планку, что это даст? То есть сейчас есть очередь ордеров, да, то есть я поставил вчера, нам кто-то поставил сегодня, то есть я стою в первую, как бы, по времени. Далее, мы делаем, что максимально 80%. А зачем мне платить эти 80%, если я все равно буду отрабатывать по очереди, да, то есть здесь есть некая, такой, скажем, аукционная составляющая, которая позволяет нам вернуть в систему. То есть не забывайте, что эти платежи на АБФ — это не что иное, как безвозмездная помощь системе. Это во-первых. Поэтому идея будет вот самих приоритетов, так скажем, но она вот сразу, дай бог, процентов на 30. Вот, замечательно. Вот. Нет, у Дениса сайт тот же самый, просто еще раз говорю, в 6 часов утра некоторые люди наблюдали такую картину, когда все заявки, большинство заявок было закрыто. Еще раз говорю, два потока были смешаны. То есть вот те 1 300 000, которые висели на новых заявках по России, они, диспетчер их отработал. Вот. Поэтому еще раз говорю, я зашел на статистику, именно посмотрел, вот, и, так скажем, со статистики я это и увидел, что произошло. Это ошибка. Вот. Так вот, к чему все это дело, смотрите, сказано. То есть я специально перед тем, как вот это все произошло, то есть я посмотрел. Сейчас у нас приход на текущий момент идет 22 человека в сутки. Были времена, то есть средний приход составлял где-то от 100 до 200. Так вот, сейчас, в принципе, все нарекания, которые были в плане привлечения, они устранены, да, то есть были, так скажем, нарекания по поводу внешнего вида сайта. Говорили то, что вот народ заходит, посмотрели, там, если вот такой страшный сайт, что как бы внутрь лезть и не хочется, и все прочее. Устранено. Значит, были у нас скайп-группы, да, там их 3, 5, 10, я уже начинал путаться в них. Ну, кто где, кто чего. Вот, соответственно, сделали форум. То есть, что это позволяет? Нету того ограничения в 300 человек. Пожалуйста, в любой момент можно это зайти, можно это писать, то есть все, опять-таки, да, все четко по полочкам, то есть каждый вопрос в своей теме, пожалуйста, кого что интересует, можете написать, можете прочитать, можете высказать свое мнение. Вот, было нарекание, что там чего-то невозможно ответить, но как бы посмотрел, да, там, так скажем, настройки эти были сделаны не совсем корректно, то есть я постарался подкорректировать, вроде как такие вопросы тоже пропали. Вот, то есть, соответственно, заявки новые, которые сейчас создаются, да, они не уходят на погашение долгов, и никаких приоритетов по ним не будет. То есть, когда придет срок их размораживать, то есть оно все войдет в очередь, просто вот сразу, как было времена у нас, да, поставил, через 15 минут диспетчер отработал, заявка, этот ордер появился, денежку перевели, подтвердил, все счастливы, все довольны. То есть, в принципе, тарифы, насколько я понимаю, тоже сейчас выверены, они, с одной стороны, так скажем, они позволяют системе достаточно долго и спокойно существовать. С другой стороны, они не скажу, что там банковские, да, что там 10-12% в год, и они кричат об этом на всю страну через телевизор, да. То есть тарифы, опять-таки, достаточно вкусные, так скажем. Вот. И соответственно, то есть, вот, честно говоря, на текущий момент я вот особо не вижу никаких проблем для того, чтобы начать именно приглашать. Вот смотрите, к чему было сказано. То есть 100-200 человек, которые мы приглашали в, так скажем, еще 2 месяца назад, да, проверочный платеж, как я говорил, сам платеж, сама денежка, она бы пошла на погашение долгов.
Так вот, 200 человек по 5000 это не что иное, как 1 миллион рублей. То есть проработав по приглашению по старой схеме 2 дня, да, и пригласив, допустим, там 200-300 человек, то есть приоритет бы уже свалился на 40%. И он бы свалился естественным путем, не то, что мы там кого-то зажимали, как ставили верхнюю планку и все прочее. То есть все то, что вот, так скажем, вызывает сейчас негатив по поводу приоритета, что он очень высокий, это решается обыкновенными 200-300 новых участников. По сути, вот как бы вот основное, что я хотел сказать. И вот смотрите, значит, за время существования проекта всего было обработано 7119 заявок. Я сейчас специально напишу. 7119 заявок. Это было по всем странам, да. В частности, по России это было 5163 заявки обработано. То есть вот 5163 раза это те заявки, по которым уже получены деньги. То есть это не те, которые там зависли, не зависли. То есть это та заявка, которая отработана полностью. То есть 5163 раза непосредственно по самой России люди получили помощь. То есть это все-таки, я считаю, что это показатель того, что система работает. И еще раз говорю, мы сейчас возвращаемся, по сути, к тем начальным этапам, когда все это дело начиналось. То есть для новых, опять-таки, да. Вот. Но не забываем абсолютно про текущие долги, как называют, про приоритетные заявки, да. Вот. То есть мы убиваем двух зайцев. Поэтому вот есть смысл, я думаю, поработать в этом направлении именно в плане привлечения. Это раз. Во-вторых, сейчас вот я хочу с вами посоветоваться по такому моменту. Теоретически можно организовать в системе, чтобы денежка, которая приходит от участника, имеющего, так скажем, реферера, уходила ему, если у него есть долги. То есть вот человек он пригласил, да, тот делает проверочный платеж, вот эти 5000. И эти 5000 уходили непосредственно тому, кто его пригласил. А насколько такая схема будет интересна участникам для привлечения? Вот, пожалуйста, давайте такую мини-голосовалочку устроим. Сейчас сколько ПРФ? Это вопрос мне непонятен немножко. ВК мелко все написано, а крупнее. Ну, хорошо. Ну вот в данном случае у нас как-то мнение, так скажем. У нас разделились. Так, тогда в этом случае те, кто поставил плюс, так скажем, мне это понятно. Вот. Те, кто поставил минус, мне немножко непонятен, особенно в такой момент, как в Евразии было такой результат, все рестарт. То есть в данном случае у нас не влияет то, что мы приглашаем или не приглашаем, на работу самой системы. То есть приглашение новых участников в таком объеме, по сути, оно влияет на быстрейшее погашение долгов. Вот. Поэтому как бы нельзя, Нина, здесь сказать, что вот это было и все это привело к рестарту. Нет. То есть у нас уже пути выработаны, пути, видимо, несколько отличаются от Евразии. То есть мне сложно сказать, что они там делали. То есть я их не отслеживал абсолютно. Вот. И, видимо, цель руководства, которая ставила перед собой, ну, несколько отличается от наших. Поэтому будут получать одни и те же. А почему будут получать одни и те же, если вы пригласили непосредственно участника, он прописал вас у себя как реферером, да, и все, значит, его вот проверочный вклад, допустим, 5000 первый, да, он ушел вам в погашение в том случае, если у вас есть долги. Значит, когда он делает вывод, у него 10% будут идти в благотворительный фонд, да, в БФ, то есть эти 10% тоже могут пойти именно живыми деньгами непосредственно погашению ваших долгов. А почему одни и те же? То есть здесь наоборот, я считаю, что можно, будет несколько путей воздействия, да, то есть первый путь повышения приоритета, но это требует денежных средств, а что делать тем, у кого, допустим, уже нет такой возможности?
То есть есть возможность пригласить кого-то. Тем более сейчас, я говорю еще раз так, что у нас условия все для того, чтобы спокойно приглашать, они есть. Замечательно. Ну, насколько я понял, так скажем, большинство в принципе, так скажем, согласны. Ну, с другой стороны, я думаю так, что мы это попробуем реализовать. То есть, я, насколько я понимаю, я получил ваше одобрение. Да? Тот, кто не хочет использовать эту возможность, то есть он ее может не использовать. Тот, кто посчитает, что он может воспользоваться, то есть он ее использует, да, так скажем, возможность мы дадим. Вот, значит, как раз вот вопрос пригласил нового, сколько от него получишь. В данном случае я сейчас попрошу вот Романа, я думаю, что он уже готов. Вот, он сейчас просто-напросто сделает вообще полную, как я и говорил в начале, расшифровку текущих тарифов, да, то есть как они работают, то есть вообще всю динамику ЛК. Потому что тут немножко у меня, видимо, мозги в другую сторону работают. Вот, и очень много нареканий я пытаюсь объяснить, у меня не получается. Вот, я вот попросил из-за этого Романа, чтобы он все это сделал как бы, ну, немножко другим языком, то есть как бы с его видения, может быть, это даст какую-то нам помощь. Вот. И, соответственно, этот вопрос мы тоже с ним прорабатывали, вот, по поводу того, чтобы я попросил его включить. Алексей, значит, когда начнут ордера создаваться на выплату, значит, мне необходимо знать страну. Потому что у нас сейчас три страны, три условия разные. Да, то есть вот еврозоны не берут, то есть еврозона работает у нас еще по старым условиям, то есть они просили РФ. А что у нас по РФ не создаются, какие платежи на выплату? Я насколько смотрю, то есть у нас идет движение по благотворительному фонду, они идут. Процент 86 висит, но цифры-то сдвигаются. Вот, хорошо, где у нас Роман? Ром, давайте сейчас мы, значит, Роман сделает как бы обзор текущих тарифов. Вот, а после этого мы с вами поотвечаем на вопросы спокойно. То есть я готов ответить на все, вы сами знаете, то есть я никогда ни от вопроса, ни от чего не уходил. То есть я отвечу все на вопросы. То есть, в принципе, мне сейчас, чем мы дальше продолжим, я хочу, чтобы вы все-таки понимали суть тарифов. Все, Ром, бери слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники. Я думаю, меня слышно. Если слышно, поставьте плюсики. Ну, отлично. Я не займу очень долгого времени, да. Как вы все знаете, те тарифы, которые сейчас есть, они очень простые, их все четыре. Да, я на одном слайде выложил, в принципе, все то, что касаемо тарифов. Да. Вы можете это прочитать на сайте, да. По поводу того, что есть вклады, их 4, на 7, 14, 30 и 60 дней. Реферальные по каждому из вкладов, они разные. Да? Соответственно, чем на более долгое время размещается вклад, да, соответственно, больше реферальных вы получаете, если вы приглашаете участника. И руководительские. И вот реферальные и руководительские только на новые деньги. Я не буду останавливаться на этих цифрах, чтобы не занимать сейчас время, потому что очень много других есть моментов, которые нужно обсудить. Я думаю, вы это все внимательно прочитаете на сайте. По другим странам я сейчас не буду вдаваться в подробности, да, потому что, как вот сказал Денис, еврозона работает немножко по другому варианту, по старому. Основной вопрос сейчас у многих участников, куда уходят деньги, потому что многие видят, что приоритет увеличивается, и он у многих растет, там 86%, да, там кто-то там 90% тут делал, у кого-то 70% меньше, он постоянно меняется. Но я хочу сказать одну простую вещь, друзья, что как только
увеличивается приоритет. Это что значит? Это значит, что какой-то из участников, решивший поднять свою заявку в очереди выше, оказал безвозмездную помощь. Потому что что такое благотворительный фонд? Это просто безвозмездная помощь от участника. Деньги с оплатой этих заявок уходят, вернее всего, размещая данную заявку, деньги уходят напрямую по, то есть другому участнику. Да? Ни на каких счетов у Суперассента нету никаких буферных, там еще каких-то счетов, еще что-то, да, ничего нету. То есть только есть обмен средствами, оказание помощи друг другу, да, между участниками. Все. Поэтому все деньги уходят на оплату текущих заявок, которые есть. Если вы сейчас видели, после обновления сайта обновилась статистика, она стала немножко другой, где расписано, что происходит. Да, и сейчас уже вот добавился 1 300 000 по новые вклады. Да, и они пока не востребованы. Почему? Потому что как только по новым вкладам начнется разморозка, они начнут, как говорится, то есть по ним эти деньги начнут обращаться. На данный момент пока еще не одна, потому что это введено было буквально вот с этого понедельника, в ночь с понедельника на вторник. Соответственно, пока, то есть только вот в следующий понедельник, который сейчас будет у нас ближайший, начнется движение по новым заявкам. Вы это все в статистике увидите. Но большинство участников вот сейчас и в чате тоже задают вопрос, когда же будет выплата, да, многие ожидают выплату. Как вы знаете, в личных кабинетах в разделе Суперассентики появилась возможность отменить вашу текущую заявку на вывод. Если по ней ни разу не создавалась никакая заявка, да, а на самом деле таких заявок совсем немного, также есть в статистике, всего лишь 31 тысяча. На сумму 31 тысяча заявки, по которым есть хотя бы одно поручение. Эти заявки отменить уже невозможно. Заявки, по которым не было ни одного поручения, вы можете отменить. Да? Если у вас был приоритет, есть на данный момент приоритет у этой заявки, как только вы ее отменяете и создаете новую заявку, весь этот процент приоритета подтянется к новой заявке. По суммам я вам не могу сказать, потому что если у вас была заявка на вывод 10 тысяч, да, и был приоритет 50%, то, соответственно, если вы вывели, то есть если вы отменили эту заявку 10 тысяч, приоритет 50%, да, и создали заявку, например, 8 тысяч, то, соответственно, посчитайте процентное соотношение 5 тысяч к 8. Да, это там, ну, примерно там 60, там с лишним 70%. Поэтому вот таким образом это можно будет посчитать. Да, там, если нужно будет арифметику выложить с примерами, да, на форуме, мы все это в соответствующем разделе выложим, чтобы было все понятно. И теперь следующий момент, он очень важный. Я попрошу сейчас всех немножко не писать в чатах. Я понимаю, что у всех есть куча вопросов. Да? Просто внимательно сейчас послушать, внимательно почитать то, что будет на слайде, который я сейчас покажу. Да? А после этого я отвечу на ваши вопросы. Если я что-то не доскажу на данный момент, да, это после там, еще скажет Денис, скажем так, поправит меня. Поэтому давайте посмотрим. Заявки, ожидающие вывод. Основной вопрос, который сейчас висит у всех. Да? Кто-то говорит, что мы сделали рестарт, кто-то что. Мы ничего не делали, никаких рестартов, ничего не отменяли. Да, и хотим, чтобы система работала и развивалась дальше. Потому что, да, прошел определенный этап, да, и сейчас очень много всего идет, как говорится, дальше. Давайте, значит, заявки, ожидающие вывод. Если, откуда берутся деньги, да, то есть откуда сейчас идет оплата по этим заявкам. Это вклады на благотворительный фонд. Как говорил я и говорил вот уже Денис до этого, что это безвозмездная помощь, да, потому что идет моментальное подтверждение практически, да, потому что люди ожидают выплату. Плюс данный вклад на благотворительный фонд увеличивает приоритет. Он увеличивает приоритет только по старым заявкам.
Если вы отменили заявку и создали новую заявку на вывод, это все равно считается как старая заявка. Следующий момент. При выводе. Это начнется с понедельника. Уже и в принципе сейчас при выводе, который есть, 10% с прибыли при выводе будет автоматически уходить в БФ, в благотворительный фонд. Неважно. Простой пример. У вас был вклад 10 тысяч, да, а через какое-то время вы выводите 13, да, 3 тысячи прибыль, соответственно, 10% это 300 рублей уйдет в благотворительный фонд. Плюс, уйдя в благотворительный фонд эти 300 рублей, они увеличат вам приоритет на вашу старую заявку. Может быть, сейчас будет что-то сложно понять, друзья. Мы выложим на форуме еще более детально, да, там ответим потом на все вопросы. Просто сейчас, чтобы вас не загружать там ненужные. Ну, не то, что не загружать, а я постарался как можно вот проще это собрать. Следующее. Проверочный платеж. Я думаю, уже вы все знаете, что такое проверочный платеж. Это то, когда участник зарегистрировался, и первый раз он может сделать вклад не более чем на 5000 рублей. Я так понимаю, что тем, кому не слышно, вы меня извините, но, скорее всего, это у вас что-то с интернетом, потому что у меня очень хороший интернет, и меня очень многие слышат. Проверочный платеж, он полностью уходит в благотворительный фонд. Это не значит, что у вас нету никакого вклада, то есть вы делаете вклад на тот срок, да, под те проценты, которые вы выбираете. Но сумма идет сразу же на погашение, можно сказать, вот этих вот старых заявок, да, то есть не более 5000 рублей проверочный платеж, да, но у вас получается, если вы делаете один вклад, например, 55000 рублей на один месяц под 30%, он у вас есть, но это вы сделаете перевод денег человеку, ожидающему выплату. У вас появится в разделе суперасентики запись, что у вас сделан вклад на 5000 рублей на 30 дней. Да? Потому что если вы просто на благотворительный оказываете помощь, да, то есть переводите средства, то у вас не появляется никакой записи о том, что у вас на какой срок вы разместили средства. И вот то, о чем говорил Денис, да, то, о чем сейчас он спрашивал вашего мнения, что с новых участников вот этот проверочный платеж 5000 рублей, да, он будет уходить на оплату старых заявок тем, кто пригласил. Ну, например, если, ну, например, давайте, вот Василий пригласил Алексея, да, у Василия есть старая заявка, да, он ожидает выплату, он пригласил Алексея, Алексей сделал проверочный платеж 5000, да, соответственно, Алексей получает эти 5000 моментально. Ну, то есть, да, то есть перевод будет там, как только диспетчер обработает заявку. Ну, и в то же время не то, что как обработает, а как человек сделает этот перевод. Да, соответственно, уменьшается сумма по старой заявке. Если Алексей делает потом следующую заявку, да, ну, соответственно, там реферальный, руководительский, это понятное дело, то есть Василий, извиняюсь, делает, да. Как только он потом выводит деньги, часть средств с прибыли при выводе идет в благотворительный фонд, это может тоже идти тому, кто пригласил этого участника. Вы сейчас за это, ну, скажем так, высказывали свое мнение, и если это будет введено, да. И вы получаете от своего приглашенного участника, да, независимо от того, какой у вас приоритет. То есть приоритет не влияет на перевод проверочного платежа. То есть это еще не реализовано, друзья. Это недолго реализовать. Да, там, возможно, это будет запущено в понедельник, может быть, раньше. Мы сейчас спросили вашего мнения. Для того, чтобы не нам единолично принять это решение, да,
посоветоваться с вами, потому что я видел, что в чате многие пишут, а как же я, вот мне некого приглашать, мне там то, все. Ну, я прекрасно понимаю, что это такое, когда нету возможности приглашать, да, когда нету стимула приглашать. Давайте вот так вот, когда нет стимула приглашать, то некого. Если есть стимул, то он тоже появляется. Ну, либо ждать, когда раскрутится опять сейчас, в данный момент, система, потому что смотрите дальше. С бонусов руководительских и реферальных. Не с прибыли, потому что бонусы – это как чистая сумма. 10% полностью будет уходить в БФ, в благотворительный фонд. Соответственно, что такое благотворительный фонд? Это оплата заявок с текущим приоритетом. Следующий момент. Часть от… То есть вы можете выводить бонусы, да? Например, у вас есть 10 тысяч рублей бонусов, да? Вы их ставите на вывод, вы получаете 9 тысяч рублей, получает человек, ожидающий заявку с вывода заявки с приоритетом. Следующее. Когда участник делает реинвест с бонусов, да, в личном кабинете это будет скоро запущено, то он сможет выбрать. То есть у него будет автоматически написано, что 10% идет в благотворительный фонд, и дальше он может сделать реинвест бонусов. То есть не выводить, но некоторые участники просили сделать реинвест. Они говорят, мы не хотим выводить средства, мы хотим сделать реинвест их. Хорошо, пожалуйста, вы можете сделать реинвест с бонусов от 20%. Также, то есть сделать реинвест и от 20% еще, вернее всего, я немножко не так, друзья, извините, сказал. То есть, когда вы выводите бонусы, то реинвест 20% идет обязательно. То есть 10% уйдет в благотворительный фонд, и 20% это обязательный реинвест. И часть от этого реинвеста уйдет в благотворительный фонд. Это причем вы там сами сможете выбрать, в какой сумме это уйдет. И часть с 20% реинвеста с прибыли. То есть, если у вас разморозился вклад, да, то есть он доступен для вывода, вы не выводите его, а делаете реинвест, то с 20% реинвеста с прибыль, то есть с 20% реинвеста с вашей прибыли также уйдет в благотворительный фонд. То есть вот в принципе это сейчас вот, скажем так, к вопросу о том, как же будут погашаться, да, там многие говорят, долги, заявки старые. Поэтому сейчас многие люди для того, чтобы, видя, что есть приоритеты, сделали вклад, да, соответственно, после того, как вклад сделали, у них вырос приоритет, но они все равно ждут своих заявки. И таких очень много. Почему? Потому что ряд участников решило, как говорится, будь что будет, либо мы никому не дадим вообще сейчас понизить приоритет, потому что была такая группа участников, которая умышленно завышала приоритет, делая переводы между собой. Просто-напросто 5, 6, 7 человек. Может быть больше, я сейчас не буду вдаваться в подробности. Сделала очень простую вещь. Да? Она взяла контроль над увеличением приоритета. Вот поэтому вы можете, вот то, из-за чего растет приоритет. Да, вот пишут, что это продолжается. Возможно. Я сейчас не буду там называть ни фамилий, ни имен, ничего полностью, потому что это, ну, как говорится, мы знаем, кто это делает, мы с этим боремся, может быть, не так быстро, да, скажем, но меры принимаются. И сейчас то, что вот все нововведения, которые есть, они позволят, независимо от того, контролируют участники повышение бонуса этого приоритета, не контролируют, да, там группа участников там в сговоре, скажем, или нет, да, за счет того, что новые вклады,
новые выводы, да, независимо от тех старых, как раз это и позволит, это очень быстро решить этот вопрос. Я готов ответить на ваши вопросы. Если вы будете спрашивать по арифметике, ну, друзья, я считать сейчас, дабы не отнимать время ни у вас, ни у Дениса, потому что у него есть еще что вам рассказать. По поводу того, что кто-то выводит маленькую сумму, в БФ кладет сумму больше, у него увеличивается приоритет. Ну, друзья, у человека заявка 100 рублей, да, вот, он заводит в благотворительный фонд 300. Кто от этого страдает? Как вы думаете, система, либо этот участник? Он хочет вывести 100, да, переводит в систему 300. Он безвозмездно помог другому участнику. Просто-напросто человеку, ну, если некуда девать, пожалуйста. Ну, я вам еще раз говорю, что это ненадолго, да, падение приоритета. Денис сегодня привел все цифры, и из-за, скажем, небольшой ошибки в диспетчере, ну, не то, что она была, да, а просто-напросто обновляя систему, получилось, ну, друзья, Денис человек, он не может работать 24 часа в сутки, да, и порой смотришь, он там в 3 утра, в 4, в 5, в 6 утра он еще что-то делает, а там в 10 утра он дальше продолжает общаться. Сколько он спит, я не знаю, но давайте мы его немножко побережем. Я по ошибке лично выводил 733%. Ну да, у меня тоже как-то была заявка, пока вводились приоритеты, там, да, там. Все, что было у меня закинуто до этого на благотворительный фонд, посчиталось к заявке, и тоже было там большой процент. Это не страшно. О текущем приоритете ВЛК. Но если по вашей заявке создается хоть одна заявка, то она исчезает из суперасентиков, из раздела, да, поэтому, как говорится, только ждать. По поводу Казахстана, не обращайте сейчас внимания на приоритет, это просто-напросто общая статистика выводится, да, насколько я знаю, это к вам на данный момент 200% не должны относиться. Могу ошибаться, но вот насколько я в курсе, то это временная информация на сайте. До создания заявки надо знать, сколько вбухал в БФ. Ну, вопрос технического воплощения, да, потому что, говорю, невозможно все предусмотреть сразу, и многие вещи, которые вот сейчас вы видите на сайте, да, там, они буквально создавались недавно. Друзья, я смотрю, что в основном вопросы идут не ко мне, да, может быть, больше уже даже к Денису. Давайте я передам ему слово. Спасибо вам большое, что вы выслушали. Если кому-то было что-то непонятно, друзья, распишем все на форуме, да, и, соответственно, как только это сейчас заработает, скажем так, как только начнут сейчас по новым заявкам создаваться заявки на вывод, сразу же начнет движение по заявкам с приоритетом, потому что часть средств автоматически будет переходить в благотворительный фонд. Благотворительный фонд – это что такое? Это оплата заявок старых с приоритетом. Вот. Спасибо, друзья. Я передаю слово Денису. Он ответит на ваши технические вопросы, но я тоже вас попрошу его долго не мучить, потому что ему нужно тоже и отдыхать, и, как говорится, есть еще что сделать с кабинетом. Все, спасибо, друзья. Всего доброго, до новых встреч. Раз, два, три. Спасибо, Роман. Так, ну, значит, я успел выловить тут несколько вопросов, которые, так скажем, Роман просто технически не сможет ответить. То есть, первый вопрос был по отмене заявок, потому что не все заявочки отменяются. Значит, смотрите, сейчас объясню ситуацию.
Изначально в ОК, как я и говорил, у меня понятие сформированная заявка, она имеет только цифру. То есть вот вы нажали там три строчки, да, не знаю, там реферальный, там, не знаю, бонус руководителя и вклад, да, допустим, там 1000, 2000, там 3000. И у вас сформировалось 6000 к выводу. Вот эти 6000 у меня и хранились в ЛК. То есть мне, в принципе, было без разницы, откуда берется эта цифра, то есть какие у нее составляющие. Потом у меня была как одна ошибочка небольшая. Я ее когда вылавливал, я создал базу, которая это все дело хранит. Из чего это все идет. Но это было сделано не в самом начале. Так, по поводу эхо, будьте любезны. Оно теоретически просто не должно быть. Спасибо огромное, Алексей. Вот. Поэтому вот этот было введено, вот это введение этой таблицы с хранением данных не в самом начале. Может быть, что у кого-то не будет выводиться заявка. Из-за чего? Если она не находит этот источник, то есть из каких частей она состоит, она может ее не вывести. То есть это как бы первое дело. Я просто не стал двигаться дальше. Опять-таки здесь у меня есть момент посоветоваться с вами. Смотрите, значит, я могу сделать достаточно просто. То есть, если у меня скрипт не находит составляющие вашей заявки, то есть у него нет этого в базе, то есть это была заявка сделана до того, когда я могу ее просто преобразовать, вывести как частичный вывод. То есть, чем это грозит? Как было сказано сейчас Романом, по слайдам было видно, да. То есть, когда по ней будет вывод, с нее возьмется со всей заявки 10% благотворительный фонд. Потому что она будет воспринимать ее как бонус. То, что составляющей нет, да, то есть как можно высчитать? То есть есть сумма вклада, есть сумма к выводу, да, разница дает нам наценку, да, или прибыль. И с этой прибыли мы берем. То есть здесь у нас получится как бы вклад 0. Ну, 37500 еще утром другая висела заявка. Я смотрел, насколько отслеживал. Вот. Поэтому, как бы, вот у кого не отменяется, давайте смотреть. То есть мы уже столкнулись вчера с таким моментом, то есть у меня не было вот это вот условие проверочное, и я руками восстанавливал эту заявку. То есть она просто не нашла как бы первоистоков. Поэтому вот заявки могут отменяться не у всех. Значит, давайте будем общаться. То есть, если заявка не отменяется, будем принимать тогда коллегиальное решение, как она была создана. Вот это первый вопрос, да, который пролетел. Второй вопрос, значит, по поводу диспетчера. Еще раз повторюсь, диспетчер работает в полностью автоматическом режиме, никакими руками он не управляется. Значит, что имел в виду Роман? Человек делает вклад в благотворительный фонд, второй в этот момент выводит. То есть у них получается, что деньги ходят по кругу. Вот. А не то, что там с помощью диспетчера какие-то идут перенаправления, еще что-то. Я говорю, диспетчер четко автоматом. То есть почему-то, я говорю, и правил в 6 утра откатывал базу назад данных из-за того, что у меня товарищ диспетчер посчитал, что вот надо отработать ему так. И взял мне 1 300 000 новых средств, слил на погашение старых долгов. Вот. То есть если бы это было руками, то в любом случае, вы сами понимаете, чтобы такого не произошло. Поэтому как бы нет. Еще раз повторюсь, диспетчер работает полностью в автомате, и не надо здесь искать каких-либо подвохов. То есть не будет того ручного управления. То есть я говорю, в принципе, все, что заявлено по работе системы, оно в принципе так и есть. Давайте теперь посмотрим, какие еще будут вопросы. Кормим верхушку, не? Правильно, Антон, говорите. Зачем ждать по благотворительному? Вкладывайте на депозит. То есть это то же самое. То есть, в принципе, вы на депозите убиваете двух зайцев. Во-первых, у вас денежка продолжает рост, как я говорил, что это должно введение новых депозитов снизить процент. А во-вторых, при выводе у вас заберется 10% с прибыли на благотворительный фонд, они также у вас повысят приоритет. Поэтому произойдет стабилизация приоритета. Сколько ждать? Еще раз говорю, движение начнется в принципе, ну, с понедельника, со вторника уже, когда пойдут выводы
по новым заявкам, то есть каждого вывода сразу будет капать. И дальше уже посмотрите. Так, Елена, когда планируется запуск диспетчера по Украине? Значит, Елена, я занимаюсь этим вопросом, то есть, ну, так скажем, надеюсь, что уже в понедельник будет все работать. Просто сейчас у нас идет Россия одни правила, Европа вторые правила, Украина абсолютно отличные от нас правила. И все это бедному диспетчеру учесть, вот я говорю, я вот попытался вчера вносить как бы черновые условия и вот в итоге восстанавливал базу. Вот, то есть достаточно сложно все-таки это совместить, тем более, говорю, ЛК изначально ну, не были не рассчитаны под вот такие грандиозные изменения, которые на самом деле сейчас происходят. Вот. Поэтому все сейчас для этого делается. То есть диспетчер, в принципе, будет запущен у всех. Так, у моих участников приоритет 200. 200 приоритет ставится в том случае, если у человека была заявка, ее обработал диспетчер, по ней были выставлены ордера и плательщик их не оплатил. То есть, либо вышло время, либо он нажал кнопку отказа. Вот, в этом случае диспетчер ставит 200% приоритета. Это, насколько я понимаю, по Казахстану идет вопрос. Вот, поэтому как бы 200 это не проплата людей, это именно вот, технически так сделано. То есть, 15 минут эта заявка будет с 200% приоритетом висеть. А через 15 минут, то есть следующий проход диспетчера, проценты будут выровнены на основании базы данных вот этих процентов. Вот. Это по России. То есть если по России встречается 200%, значит это как раз была отмена ордера. Так, Денис, Украина рассчитана на тебя и твою преданность. Ты обещал организацию старых выплат по дате разморозки. Сейчас новый руководитель выставил по дате предвзноса. Как в хайпе, кто успел прописать? Ну, я в прошлый раз на прошлом вебинаре высказывал мнение, что, так скажем, я не совсем сторонник предвзносов. И, в принципе, на форуме у меня такой же был вопрос. Вот. Я считаю, что все-таки намного проще и для участников, когда при выводе, допустим, 10 тысяч к выводу, да, получить 9, нежели чтобы вложил 10 тысяч, еще чтобы 15 вывести, ты еще что-то должен вложить. Психологически это гораздо сложнее, но они считают, что вот их вот понятие предвзноса спасет. Поэтому... В принципе, то есть я пока не вижу, Анатолий, какой-то ли критичности в этой ситуации. То есть, если эта система не пойдет, но она по сути сродни БФ. То есть вы также делаете признос в благотворительный фонд. Вот, то есть у нас после забираться будет, у вас до. Ну, это просто психологически тяжелее. А порядок тот же самый, поэтому я пока здесь не мешаю ему, так скажем. Посмотрим, что из этого выйдет. Если что, значит я буду подключаться. После попытки отменить заявку она просто исчезла. Валерий, ну нет, не с вами, мы вчера смотрели этот вопрос. Значит, смотрите, заявка она исчезнет, правильно. То есть, если у вас заявка отменилась, значит она нашла составляющие, из которых она была создана. То есть, если вы хотите проверить, делайте очень просто. Просто, да, нажимаете к выводу, смотрите цифру. Снимаете заявку, проверяете цифру еще раз к выводу. То есть, у вас, насколько я понимаю, было 0 до и 0 после. Так. Люди хотят делать реинвест со старых. Значит, смотрите, я еще раз говорю, старый реинвест, который текущие, так скажем, заявки есть, да, которые вы сейчас отмените, вы сделаете по ним реинвест, они на новые деньги не выйдут, эти заявки в любом случае. Просто этого делать нельзя. Иначе это мы получим сейчас 30 миллионов, сейчас все идут на реинвест, проходит месяц, да, реинвест снимается, из 30 мы получаем плюс еще 30%, 40 миллионов, да, будет. И 40 миллионов за раз пойдет к выплате. То есть сделали ли вы реинвест, разбили ли вы заявку,
эти заявки будут выплачиваться на основе вот этих приоритетных денег. То есть из рамок вот этого приоритета они не выйдут, вот эти заявки. Нельзя, иначе мы просто убьем всю систему на раз. У нас депозитов на 7 дней тоже пойдут отчисления на реинвиз. Почему? Значит, приняли, взяли, что с депозитов 7-дневных просто-напросто процент получался очень низкий. Вот. И сейчас забор пойдет не со всей суммы, а именно с прибыли. То есть, в принципе, на 7-дневном также есть прибыль, то есть там просто пойдет, ну, по сути, не очень большая сумма. Но проще организовать все как бы под единое правило и проще все это дело объяснить, чем вот здесь мы идем так, здесь мы идем так, здесь вот так, то есть мы просто запутаем. То есть вот как вот сейчас пытаемся объяснить, да, и Роман пытался, я пытаюсь. То есть я, насколько понимаю, все равно полного осознавания схемы, как это все работает, нет ни у кого. Вот. Поэтому правила будут едины. То есть есть вывод, есть 10% в благотворительный фонд, есть 20% на реинвест. То есть, если это депозит, то есть у него есть вклад, значит, сумма вывода минус сумма вклада, это получилось у нас прибыль. Вот с прибыли берется. Если это бонусы управленческие, реферальные, бонус за отзыв, долг МММ, то есть какие у нас там еще есть бонусы, то здесь в этом случае получается вклад 0, то есть как бы вывод минус 0, вся сумма вывода ложится на вот 10% и на 20% реинвест. То есть единое правило просто для всего, чтобы участники не путались. Так, на рабочем столе можно новые заявки на оказание помощи поднять вверх. Сделать хронологию по дате. Текущие даты вверху. На оказание помощи. Это вы имеете в виду с правой стороны, которые маленькие заявочки? Да, конечно, можно. Сразу себе помечаю. В обратном порядке. Так. Психологически, да, где взять деньги для первых выплат. Не понял, честно говоря. Психологически. А, это, наверное, Елена, насколько я понимаю, по Украине как бы вопрос. Но я еще раз говорю, посмотрим. То есть я готов буду подключиться, если там будет совсем все не так. Денис, по Казахстану 200 висит по частично исполненным ордерам или по всем тем, кому отказали в переводе? 200% стоит только с тем, кому диспетчер, когда отменяет один ордер и ставит другой. То есть в этот момент он стоит 200%. То есть именно тем, кому отказали. То есть участник либо просрочил, либо отказался. Так. Роман, по Казахстану, значит, приоритеты, еще раз говорю, я сейчас буду запускать просто-напросто все за один раз. И Украину, их приоритеты, и Казахстан, их приоритеты, и Россию корректировать приоритеты. То есть иначе получается, что у меня лебедь, рак и щука. Правила разные, и вот это все нужно совместить как бы в едином объеме, они начинают друг другу мешать. Поэтому, в принципе, предвзносы по Казахстану можно делать, они никуда не денутся, то есть в случае создания заявки они сразу начислятся. То есть на благотворительный фонд, как я писал, в принципе, на форуме, отвечал на этот вопрос. На текущий момент приоритеты пока по Казахстану не работают. Не о предвзносе, а о том, кто успел его прописать. Это разные вещи. Анатолий, а что значит его прописать? То есть я, насколько понимаю, вы просто при выводе ставите предвзнос. Он у вас уходит в благотворительный фонд, вам его подтверждает, и дальше вы ставите вывод. И система будет рассчитывать сумму ваших предвзносов, точнее сказать, сумму опять-таки всех вкладов в благотворительный фонд, которые были когда-либо сделаны. Это будет на первый, а впоследствии на все остальные. А что значит его прописать? Вот мне вот этот момент непонятен немножко. Так, Татьяна по Казахстану ответил.
А долго ждать, когда пройдет приоритет 200? Когда заявка будет погашена? Сразу приоритет 200 вот уйдет. То есть как только по ней пройдет выплата. Так, если участник не отменит старую заявку, оставит все как есть, чем это чревато для участника? Абсолютно ничем. То есть просто-напросто ей придет срок и все. Значит, отмена старых заявок вот сейчас, как я и говорил, то есть есть смысл в каком случае делать? То есть вы ее разбиваете на более мелкие суммы, то есть где-то от 2, допустим, до 5 тысяч, да, и начинаете ее продвигать, если вы хотите получить. Если вы не собираетесь продвигать эту заявку, оставляйте, пусть она висит. Она никому не мешает и никому, тем более у нее будет правильно, как вы говорите, что по дате создания заявки, то есть она будет, когда до нее дойдет срок, с ее приоритетом. Вот, поэтому здесь нет ничего страшного, пусть она висит. Сейчас нужно обязательно отменить старые. Значит, по поводу отмен старых. Вот я говорю, так скажем, немножко оторвался на вопросы. Значит, смотрите, сейчас будет реализовано, то есть вот мы с вами переговорили, все это будет сделано. Да, при выводе будут браться вот эти, вот я уже доделал все это хозяйство, при выводе будут браться 10% и 20%. Вот. Соответственно, те заявки, которые висят, просто-напросто будут взяты со всей суммы, потому что я ее не смогу разделить. Поэтому, с одной стороны, ее есть смысл оставить, чтобы она ушла раньше. С другой стороны, с нее возьмется 10% благотворительной со всей суммы и 20% в реинвест. Как это сделать? Я вот еще пока до конца не знаю, но тем не менее. А может быть, не смогу технически реализовать, тогда эти заявки просто уйдут без благотворительного фонда, без реинвеста. Поэтому, в принципе, может быть, лучше их и не трогать. Пусть они висят. Захар, я понял, да, о чем как бы речь. Я сделаю это там, добавить три буквы в запрос базы данных, то есть либо в обратном порядке, либо в прямом. Так, в БФ висят несколько дней, никаких вы. Почему? Я говорю еще раз, сегодня утром была одна, сейчас уже другая висит. Когда будет запущен диспетчер по Европе? Кому можно обратиться? По Европе он не останавливался, диспетчер. Он работает. Новый участник внес 10 тысяч на 14 дней. Что, кому, куда? Для нового участника вообще ничего. То есть он как внес, так и внес. То есть, ну, 10 тысяч новый участник внести не сможет изначально, то есть у него будет 5 максимум. Вот, после того, как он 5 подтвердит, а это будет практически молниеносно, потому что физически эти деньги уйдут в благотворительный фонд, да, и где там в желающих очередь большая, вот ему подтвердят, он может еще внести 5. А дальше у него все, то есть у него легло эти 5 тысяч, вторые легли на депозит, через 14 дней разморозился, он ставит на вывод. Ему говорят, какой процент реинвеста, минимум 20 вы желаете. Он может поставить 100. Ну, 100 не поставить, 90 может поставить максимум. 10% заберется на благотворительный. И все. То есть он может поставить 50%, может 80%, как ему угодно. То есть для участника это вообще ничем не грозит. Прошла заявка с приоритетом 733. Ну что, были заявки и под 800%. Я еще раз говорю, когда человек, участник, создает первую самую заявку на вывод, у него учитываются вообще все платежи, когда-либо были сделаны на благотворительный фонд. И в этом случае, если, допустим, вот я даже приводил в каком-то из чатов, прямо в выдержку, да, есть у нас Михаил, руководитель. Вот. Он говорит, мне пришла руководительские все вот эти накапали на 100 тысяч, как только, говорит, первые 50 тысяч я вывел, я, говорит, сразу 41 тысячу поставил на благотворительный фонд, закинул.
И когда он выводил там 5 или 10 тысяч, соответственно, вот эти 50 там ему дало там тоже безумный приоритет. Он уж испугался, он мне писал, говорит, что делать, как так? Вот я вот не понимаю, я вот тут ничего плохого не сделал. Ну, так говорю, все, Миш, успокойся, все хорошо, это вот так. Поэтому такие первые проценты, они большие, они могут быть один раз. То есть, если человек как бы постоянно сам, без каких-либо вот текущих, да, условий, что хотите продвигать, то есть, когда он просто сам делал платежи, благотворительный фонд, то есть, поддерживал систему, ему это возвращается. Так, участник сделал предвзнос в графу «Предвзнос». Сумма автоматом ушла под депозит 100%. Будет ли это считаться как предвзнос? Все говорят, надо в благотворительный. Мне кажется, 30% это много. Ну, давайте так, начну с конца. 30%. Соглашусь, но решайте. Как бы, я говорю, руководство вас сейчас выбирает. То есть я пока наблюдательную позицию в этом плане держу. А вот то, что она ушла на депозит, это ничего страшного, это будет предвзносом, то есть мы просто-напросто перенесем благотворительный фонд. Ну, то есть изначально было как бы сделан предвзнос, потом давайте благотворительный, сейчас вроде как все-таки на благотворительном остановились, то есть я говорю, помимо того, что это просто реализовывать достаточно трудозатратно и времени затратно, самое главное, да, еще и вот окончательное мнение такого, то есть оно может поменяться. Поэтому все здесь нормально. Так, поясните, пожалуйста, у старого участника создана заявка на оказание помощи 18.10. Когда будет поручение на перечисление? Объясняю. Значит, заявка на перечисление будет создана в тот момент, когда дойдет очередь по приоритету и по дате создания. То есть, вот как бы приоритет 1. Трек все даты создания с дальней до ближней. Приоритет нулевой. Трек это самый дальний по ближней. То есть как бы две строчки идет. Два условия в диспетчере. Когда это произойдет, именно точно назвать дату, это вопрос как бы абсолютно из разряда какого-то ясновидения. Вот. И я в принципе всем отвечаю, что мы же создаем только возможность, да? Вот сейчас возможности эти созданы. То есть насколько они будут подхвачены, поняты участниками, от этого будет зависеть скорость. То есть сейчас все для этого есть. Вот. Плюс, вдобавок ко всему, сейчас, в принципе, мы с вами, я считаю, что согласовали тот момент, что если вы не можете, допустим, в силу каких-либо обстоятельств поднимать свою заявку с помощью приоритетов, значит, вы сможете пригласить кого-то другого. То есть появляется альтернативный путь, которым можно продвинуть свою заявку. Там даже не то, что продвижение, а просто вот сразу в лоб. То есть там будет независимо, хоть минус 100 приоритет, да, то эта денежка пойдет на вас. Поэтому здесь все в наших с вами руках абсолютно. То есть от того, насколько мы слаженно сработаем, насколько все это будет, то есть зависит сроки. Другого я, к сожалению, не отвечу. То есть все, что сейчас поступает на благотворительный фонд, оно моментально забирается, и вот участники не дадут мне соврать в этом плане, что все поручения не успеют создать, они тут же кому-то уходят, кто-то благодарит в чатах, и там подтвердите, пожалуйста, подтвердили, то есть ни на какой счет это на один не уходит. То есть, вот как Роман сказал, то есть у нас все платежи перекрестные, то есть у нас нет буферных счетов, на котором идет накопление. То есть участники всегда платят участникам. Так, если заявку раздолбить на более мелкие суммы, как диспетчер будет учитывать, какая именно часть от выводимой суммы по новой заявке является прибылью, чтобы сделать от нее отчисление в благотворительный фонд и реинвест? В момент вывода видно заявку. То есть, как раз вот получается, когда идет вывод, там обрабатывается каждая строчка персонально, да, то есть вот у вас трык-трык-трык, допустим, 2-3 строчки, если при выводе есть. И посчитать-то там несложно. То есть, если у вас, допустим, к выводу 5000, да, 15, точнее сказать, вы выводите 5, ну, соответственно, у вас получается 3000 вложения и 2000 наценка. То есть, если вы 10 вложили, 15, допустим, у вас выросло. То есть, процентом соотношения все это легко считается. Вот. Это в том случае, если, говорю, не будем... То есть, именно я могу проверить в момент вывода,
из чего состоит заявка. Если заявка уже сформирована, то там есть уже одна цифра, все. То есть здесь мне уже ее не разбить. Так, у шлеров таки называются душить деньгами, да на биржах также. Да, ну, может быть, какие-то здесь есть моменты. Но с другой стороны, видите, опять-таки, ну, вкладывают люди. Так, на благотворительный фонд в Украине принял решение только руководитель. Вы посмотрите чат, и никто это не принимал. Откуда он вообще берет? Уже запутал всех. Так. Я думаю, что мы сделаем просто-напросто. Сейчас форум нам позволяет делать голосование. Вот. И вывесим специально для Украины, что вы хотите. Либо предвзнос, либо российские условия. Вот и все. То есть... Потому что здесь я уже устал и с руководством, то есть мне этот человек понравился, он достаточно адекватный, в принципе, то, что нужен. Но у вас какая-то клановость там непонятная, одни говорят, да, мы за него, другие говорят, нет, мы против него, одни говорят, мы его поддержим, другие говорят, мы его не поддерживаем, и никто его не поддерживает, а первые говорят, все его поддерживают. То есть я говорю, хоть приезжай туда и делай общее собрание. Соответственно, сделаем голосовалку. На форуме будет голосование. Так, что значит приоритеты, как он увеличивается? Раиса, значит, смотрите, есть сумма заявки на вывод. Допустим, 10 тысяч рублей. У него приоритет нулевой изначально появляется, да? Допустим, вы не делали платежей благотворительный фонд до этого. То есть возьмем такие вот условия. Дальше вы решили повысить приоритет. То есть вы смотрите, какую сумму вы хотите подарить системе. Допустим, 5 тысяч рублей. Вы делаете еще одну заявку на благотворительный фонд, 5000 рублей. Соответственно, у вас ее система забирает, находит вам получателя, вы ему отправляете, он подтверждает. То есть вот как раз 5000 составляет 50% от 10 тысяч. Да? То есть 3000 составляло бы 30%, 2000 составляло бы 20%. И как только у вас заявочку подтвердили получатели, соответственно, вам садится на текущий вывод вот этот приоритет. То есть это процент, какой процент от этой заявки к выводу вы отправили в благотворительный фонд. Часик внес 5000 вчера на 2 недели. Еще не забрали. Значит, смотрите. Заявка появляется с точностью до секунды в момент ее создания. Вот другого как бы времени нет. Забрали ее, не забрали. Вот у вас разместилась заявка, и она и начисляется с точностью до секунды, и размораживается с точностью до секунды. И также и начисляется с точностью до секунды. Вот, каждая строчка отдельно будет, соответственно. Совместно не будет. Пять тысяч перечисляется от нового участника тому, кто его привел. Ну, вот мы только сейчас и согласовали, да, будет, то есть 5000 проверочного платежа будет уходить именно тому, кто его привел. То есть алгоритм будет следующий. Если у нового участника есть реферер, тот, кто его привел, да, то и у этого рефера есть долг, денежка уходит ему. Если рефера нет, то денежка просто уходит в благотворительный фонд, так скажем. Сама денежка, еще раз повторюсь. То есть для участника, как он был вклад, так он остается. Так, можно ли реализовать ВЛК с операцентах экран с указанием текущего приоритета? Например, у вас приоритет 12%, чтобы люди знали, кто сколько вложил. Я, насколько понимаю, вы имеете в виду, если у вас не отображается это на заявке, потому что, в принципе, на заявке на каждой есть приоритет. То есть, если заявок нет, то как бы ваша сумма вложений в благотворительный фонд именно. Можно попробовать реализовать. Подумаю, как это лучше сделать. Поставил заявку на ввод во второй волне. Показываю, почему в статистике не отобразился мой вклад. Поставил заявку на ввод.
статистике. Значит, по статистике сейчас идет 20-минутное кэширование, то есть она обновляется раз в 20 минут. То есть проходит диспетчер, и через 5 минут идет обновление. Возможно, как бы вот с этими связано. Но она в любом случае должна в статистике отобразиться. Вот. То есть моментально, может быть, не отобразилась. Если я платила 3 поручения, а из 3 получила 1 выплату, можно как-то учесть. Наталья, нет, то есть тут, что значит, я оплатила 3 по 1000, а получила 1 100 тысяч. То есть, допустим, то есть нет в данном случае это. Он чисткой пугает и удалением участников. Это про что? Денис, по Украине нужны призносы, российские условия. Я еще раз говорю, то есть вот я уже попадался на, так скажем, такую ситуацию, когда мне одни говорят, что нет, вот так и все за это, другие говорят, что нет, с точки зрения наоборот, что все за это, поэтому я сделал голосование все. Ну, правильно, Алексей, это что я и сказал, то есть стоит процент приоритета. Так, выложить условия, чтобы всем было понятно. А выводы старых средств. А, ну, естественно. Что кнопка «Приценос», которая сейчас кидает на 100%, работает некорректно. Да, да, Юрий, согласен. То есть она сейчас работает некорректно, все будут перенесены в благотворительный фонд. То есть я, в принципе, это и сказал. Значит, мой вклад 5000, на вывод 7500, на благотворительность отправить 2,5. Какой будет процент? 2500 в вашем случае делим, так, делим на 7500 и умножаем на 100. Получаем 33,3%. Правильно, Раиса, практически сходу. То есть 33%. Может, ну, я понял, о чем вы говорите. То есть вам просто, если вы отменяете все заявки, вы не видите приоритеты, вам необходимо создать, то есть ориентироваться, какой у вас приоритет еще не отработан. Я понял, про что вы говорите. У меня приглашенный ранее был, он делать депозит, например, 1000 рублей с вывода. То есть если он уже раньше был, то есть у него проверочный платеж ему не нужен, а разговор шел с первого проверочного платежа, то есть, а с вывода, да, можно будет сделать, как я и сказал, что вывод выходит 10%, то есть пойдет конкретному человеку. Если разбиваю старый вклад на мелкие приоритеты, на мелкие выводы, как учитывается приоритет? Все, что у вас есть на текущий момент, оно садится на первую заявку, как и сейчас. То есть почему образуется, допустим, там 300, 500, 800 тысяч процентов. Так, ну, насколько я понимаю, в принципе, как бы на основные вопросы отвечены. Вот, то есть самое главное, то, что мне нужно было, поддержку, так скажем, в плане вот этих вопросов, я от вас получил. Вот, поэтому остается только все это дело теперь напрячься и реализовать. Вот. Не работает, отменить заявку. Значит, смотрите, как работает вот эта кнопка.
То есть, когда вы нажимаете так, отменить заявку какую? На вывод или на ввод? Тогда давайте уточнять. Так, по поводу предвзноса все за, но получается взаимоисключающие условия. Очередь подачи разморозки, очередь подачи предвзноса. Объясни, дата предвзноса не будет участвовать никогда. То есть есть просто предвзнос, и он высчитывается. То есть вот вы внесли, допустим, 100 рублей, да, соответственно, у вас там предвзнос составляет там 20%, допустим. Соответственно, вы можете столько-то вывести. Все. Никакая дата предвзноса не будет работать. На вывод. Я уже пояснял. Вначале я сказал, что не все заявки можно отменить в силу технических особенностей, что по некоторым заявкам нет информации, из чего она состоит. То есть вот те заявки, по которым есть вот эта составляющая, они отменяются без проблем. По которым нет, значит, ее необходимо отменять другим образом. Хорошо, давайте вот сейчас уж раз к этому вернулись. Значит, если по заявке нету ее составляющих компонентов, мы ее отменяем, ее возвращаем как частично не выплаченный, грубо говоря, частичный вывод, и она при следующих выводах с нее 100% пойдет, 20% на реинвест и 10% на благотворительный фонд. Насколько такие условия устраивают? То есть есть два пути. Либо мы ее отменяем по этой схеме, либо мы ее просто не можем отменить. Так скажем, чтобы было понятно. Так, хотелось бы вот как-то плюсик, минусик. Понятно. Так, Елена, нельзя ставить по дате разморозки заявки. Участники будут сидеть и наблюдать, что выйдет. Дата по предвзносу заставляет одуматься, нести деньги на благотворительный фонд. Да блин, есть дата создания заявки, понимаете? Вот вы сейчас такие-то вещи заставляете считать. Дата разморозки. Это ж мне нужно полбазы перелопатить, из вашего вывода найти, из каких частей она состоит. Дальше одна заявка разморозила вчера, вторая позавчера, третья позавчера. Соответственно, мне нужно их как-то сопоставить и как-то вывести. Есть дата заявки, все. То есть создается заявка, у нее есть дата. Вот прежде чем создать эту заявку, она проверяет, внесены ли деньги на благотворительный фонд. Не внесены, извините, у вас к выводу 0. Внесено 100 рублей, у вас к выводу 150 рублей. Или какой там процент, я просто сейчас не скажу. И все. А то уж вот что-то и эту дату, и эту дату, и эту дату. Да, у вас место просто не сдвинется, слишком много навешенности будет. Поэтому я говорю еще, есть дата заявки, все, она четко отслеживается. Дата создания заявки. Вот заявка в момент создания будет проверять наличие предвзноса. Нет предвзноса, невозможно создать заявку. Вот что касается Украины, здесь только один алгоритм работы возможен. Работа по наладке ЛК закончена или продолжается? Работа продолжается у нас всегда. Я чувствую, мы так это... Прошу прощения, никогда не остановимся. Вот. Нет, конечно, работа идет, то есть вот все, что. Вот, все это хозяйство. Нет, понимаете, отключение ЛК, оно мне особо-то роли не играет. У меня в большей степени, допустим, идет отключение на что? Когда меня начинает дергать вопросами, еще что-то. Вот здесь как бы отвлекает. А работа ЛК, то есть. Спасибо. Вот, я как бы не переживаю за счет этого. То есть, если мне необходимо, я ее перезагружаю даже. Ну, я стараюсь, в принципе, это делать, конечно, все ночью. Вот. Когда у нас минимальное количество посетителей, чтобы никому не мешать. Ну, здесь я говорю, прошу как бы сделать единственную скидочку мне, что если вот какие-то проблемки будут, такого пора. Вот, какие-то ошибочки будут находиться, то, соответственно... Сделайте мне снисхождение. Вот все единственное, что я прошу.
Так, ну, насколько я понял, как бы этот. Да нет, это надо работать, вы что? Так, переводы, какие переводы? Роман, уточняйтесь, какие переводы? Да, значит, следующий веб как бы у нас пятницу, это однозначно. Но, значит, если все, как я планирую, все срастется, то есть вот эти все, то, что мы с вами согласовали, все это по второй волне. Да, по второй волне можно будет спокойно платить, но пока еще поручений, естественно, нет, то есть они пойдут не раньше понедельника. Вот, то есть я все это дело сделаю, внедрю, вот, и перед запуском в любом случае я, наверное, проведу еще вебинар, то есть я скажу, опять-таки, объявлю, что да, вот это все введено, это работает так или так, потому что все равно бывают какие-то либо технические, так скажем, тонкости, что это можно проще, допустим, сделать так, а не так, да. Мы с вами согласовываем все равно как бы общую схему, а уже конкретику я по мере изготовления я ее объясняю. То есть как мы вот до этого вторую волну запускали, собрались, я объяснил, что вот эти привклады так, это так, это так, и все замечательно пошло, то есть уже люди все это понимают. Так, у меня в ВК нет суммы общего долга по МММ. Нет, Евгений, ни у кого ничего не убирали. Нет общей суммы долга по МММ. Дублировать. Хорошо, хорошо. Ой, стол задел. Вот, продублируем, то есть, в принципе. Ну, я думаю, сейчас все равно запись будет, то есть запись на форум будет выложена, тем более. Тоже убрано. Я посмотрю. Нет, ни у кого не убирали. Только если кто просил тогда вот сделать отмену долгов, только в этом случае. То есть вот в ближайшие дни, если какая-то была, то нет, ничего не убиралось. У вас уже, Сергей, вывод сейчас стоит 8 тысяч приоритетом. Поэтому вот эти все реинвесты и благотворительные, они будут именно в момент создания заявки, их можно только. Когда сумма разделена, как я еще раз повторюсь. То есть, а сейчас у вас просто 8 тысяч, из каких составляющих она состоит, ее не определить. Вот. То есть, а когда идет именно заявка, когда вы в одной строчке 1000 вписали, во второй 5000, в третьей 2000, вот здесь можно их разделить. Вот. По долгам я посмотрю. Вот. По заявкам, если кто-то хочет удалить, у него не получается, давайте писать на форуме. Вот. Но опять-таки, сразу предупреждаю, то есть там молниеносной реакции не будет. То есть уже будем смотреть. То есть, в принципе, сейчас гораздо важнее вот эти все сделать изменения, да, чем, допустим, отменить заявку какого-то конкретного участника, который, в принципе, ну, 2-3-5 дней тут она, ну, не дает этой критичности. Долг минус 2400. Возможно, отменяли какие-то вклады. Есть там такое, тоже я видел. Вот, то есть в случае отмены он минусовался. Вот, уберу минуса, как бы это вообще. Не переживайте насчет него. Вот. Там вот этот отрицательный долг, он по сути ни на что не влияет. То есть если он больше нуля, то вам идет начисление просто дополнительного долгового вклада. Если он меньше нуля, то не происходит начисление. Поэтому что он 0, что он минус 2000, минус 10 тысяч, минус 20 тысяч. То есть никоим образом это ни на чем не скажется. Пожалуйста. Хорошо, Юрий, забирайте. Спасибо огромное всем, кто был с нами. То есть сегодня на текущий момент это 80 участников. Вот. Я думаю, что мы с вами уже этот диспетчер, еще раз говорю, диспетчер ни по одной стране не выключен, только по Украине. Там у них заявки на вывод заблокированы и диспетчер не работает. Вот. Поэтому по всем остальным странам он работает. Все. Спасибо огромное, спасибо, кто был с нами. То есть давайте так, ориентировочно понедельник, но в любом случае в личном кабинете, значит, строчки вверху выпишу и, соответственно, на форуме тоже. Если будет вебинар, то создам эту тему, чтобы потом можно было туда закинуть запись. Вот.
Спасибо тем, кто пришел, спасибо тем, кто задавал вопросы. Вот. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо огромное. Низкий вам поклон. До свидания. We'll be right back.